Секреты профессионалов. Своим умением юными футболистами делится бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Акимов. Как пытаются вырастить новый состав будущих нападающих, которые потом будут сражаться на поле за российские сборные, выяснил Артем Тихомиров. Еще год назад Дмитрий Акимов считался забивным футболистом. Теперь у экс-нападающего «Зенита» профессиональная карьера позади. Пришло время передавать опыт подрастающему поколению. Многие тренеры, в том числе Петербурга, спортивных школ, в угоду дисциплине и в угоду результату забывают о том, что всякий нападающий должен быть забивным. Мастер-класс ориентирован именно на это. Вы сейчас вот показывали, какое, наверное, самое главное действие для нападающего – это придерживать всегда своего защитника, не давать ему вырваться, чтобы он сыграл мяч. Смотреть на партнера и вовремя стартовать по передаче. То есть мы сейчас и покажем. Давай, давай, Кирилл. То есть он постоянно трогаем, ну, трогаем. Опа! Но такие моменты Дмитрий Акимов и в бытность профессиональную свою решал на раз, и сейчас тоже не ошибся. Мастер-класс, конечно, это в помощь. Он, во-первых, я думаю, что набирается. От профессионального футболиста можно многое подчеркнуть, не только от тренера. При поддержке футбольной школы «Академия футбола» в Петербурге прошло первое специализированное занятие для юных любителей атаковать. Подобная инициатива беспрецедентна, ведь столь конкретно форвардов в северной столице не обучали еще никогда. Большие проблемы с нападающими, наверное, как я считаю, в нашем футболе. Очень многие нападающие действуют на инстинктах, да, наверное, это здорово, но все-таки определенную базу в игре нападающих мы должны им давать. Дебютный урок Дмитрия Акимова посетило около 25 детей из нескольких футбольных кузниц кадров города. Здесь очень, ну, нравится так, потому что там здесь как в футболе много забиваешь, много финтов делаешь и хорошо даешь пасы. Здесь очень мне нравится. А кто из вас, ребята, хочет стать забивным нападающим? Я. А если погромче? Я! До Нового года мастер-классы будут проходить раз в неделю и, главное, бесплатно. В будущем организаторы планируют усилить тренерский штаб наставниками уровня Акимова и сделать занятия платными. Абонемент на 4 посещения обойдется желающим примерно в 2000 рублей. Кроме того, начать обучать детей не только преимущественно школьного возраста, а всех заинтересованных от мала до велика. Не за горами соглашение о сотрудничестве с большим «Зенитом». Артем Тихомиров, Влад Ширкалов, Live 78.